сегодня в Обив Садовый Рай идут скидки. Вот мы идем закупаться. Акция семян. И подведили мост. Семена. Акция на простые пакетики. Маган, сволочка. Акция 3,90. 15 литра всевозможные. Шпинат. Рубль 50. 3,90. Были 4,90. Сейчас рубль 50 акция. Вот. Огурцы. Здесь все. Целая полочка. Эти, да. Акция. Сейчас мы наберем полностью. Идет. В простых пакетиках они не хуже, чем даже в цветных. Вот такой парничок. Вот он. Парничок. Это внутри. Он вот такой высоты. Парник. Вот такой. Высота. Вот. 1,2 на 1,7 и на 2 метра. И внутри вот находятся полки. Вот они. Вот она. Здесь вторая, третья. А вот это поменьше. Парничочек внутри. 1399 рублей. С окошками открываются окошки. Цена почти, да, на 1000 рублей. Размеры 1,2 на 1,7 и на 2 метра высота. Вот такая. Такой хороший парничок. Вот такая скидка на рисунке. Вот она как размещается. Можно ставить полочки. Вот. Такой еще парничок. То же самое, скидка. 1499 рублей в длину. Вот такой можно на полочках такой ставить. Вот он. Интересный такой вот так. Он на молнии такой вот. Молния. И так вот застегивается. Каждая половинка разделена на каждой половинке. Цена и 2,7 метра. Такие вот. Еще парнички маленькие такие есть. И есть длину. Там длину. Парничок. Вот здесь. Вот здесь шочки, кассеты. Разные. Но не вижу пока на кассеты скидку. Большой урожай. 249 рублей. Набор полностью. Универсальный набор торфяных горшочков. 90 горшков. Ну, я считаю, что это 249 рублей. Вот он, проращиватель универсальный. Здесь открыта коробочка. Вот мы сейчас посмотрим. Здесь 4 в одном. Да, вот такая коробочка. Здесь входит. Сетечка такая. Вот такое. Сам контейнер идет. И идет. Вот сам контейнер. Сетечка идет. И идет крышка. Вот такой вот. Проращивается, стоит 499 рублей. Микроделие. Акция на лук. Это нехорошая акция. 269 рублей. Белый лук. Но очень большими упаковками. Прямо по килограмм. 900 грамм. Их много. Можно, конечно, выбрать. Но лук сивок. Red Baron. Сегодня Геркулес, Штутгартен Ризен, Центурион. По 119 рублей. Лучок сухой. Хороший лучок. Так, 99. Такой лучок. Да, да, да.
хорошо. Ну, лучок неплохой. Такой сухой лучок. Немножко проросшие есть. Хорошо. По 450 грамм, 169 рублей. Никогда не садила такой. Взять, попробовать. Белый на вкус, какой он будет. И еще вот этот, нет, не Кармен. Карада. Вот он, Карада. Длинненький. Гладиолусы, выбор большой, по 79 рублей. Внутри здесь по 3 штучки. Картофель жуковский. Вот у нас такой есть картофель, он очень вкусный, разваристый. Вот такой. 149 рублей, сейчас 129. Картошка. Акция не на все, конечно, акция идет не на все семена. Здесь разгуляться можно, семена на вкус и цвет. Меня заинтересовал вот такие семена. Вот они, красиво. Сейчас я сниму. Вот они. Вот ратибида колоновидная, цветок прерий. Никогда такой не садила, обязательно возьму. Люблю многолетники, поэтому и подошла сразу к стенду. Вот, цены очень приемлемые, 14 рублей, 13. Вот, буду сейчас выбирать здесь красоту себе. Люблю очень многолетники, поэтому это нужно приобрести обязательно. Люблю семена вот от Октябрины Ганечкиной. Всегда схожесть прекрасная. Вот сколько брала эти петунии, все взошли. Отличное качество семена, поэтому я всегда беру. Вот ищу сурфинию. Люблю сурфинию, поэтому вот ищу сейчас. Выберу очень большой здесь ассортимент. Можно выбрать. Красота. И бархатцы, и цинии, которые я тоже люблю очень. Семена супер, для суперзанятых. Действительно. Посей и забудь. Итальянские сорта и гибриды. Джоконда, морская симфония, петуния. Ну, надо парочку взять, попробовать. Вот они. В ассортименте какие есть. Надо взять. Люблю такой цвет. Необычный. Стоимость 89. Вот оно, 89 рублей. Запомнить их все невозможно. Разных сортов. Капуста и пойдем томаты. Выбор огромный. Семена 19 рублей. Розовые сны. Розовые сны. Все в розовом тоне. И сиреневым тоном. Интересно, кто посадить все цветы в одном тоне. Красиво будет смотреть.